Просто позлить меня. Блять, Хант, ты же говорил, что он на 4 инста идет. Блять, Хант, ты тут? И Ханта нету, да, смотри, или что? Ой, бать. Петушня обоссанная. Сука, по-русски пишешь, нахуй. Вот говно. Ник, так закроем. Чё там, блядь? Я понимаю, блядь, просто это, ну, это, ебать, у меня просто нет слов, нахуй. Ох, сука. Накрикни в Нигелью, может, кто захочет. Там что у одного 6к ДПС, что у 10, второго 10, это... Общее 16, блядь, ну это что такое? Сука, запомните ник, Анозеркс, и кто там второй был? Блять. Дмитрий, блять. Пучков, Дмитрий. Сука. Ёбаное все. Закинь ЧС сразу, и все. Больше блядь. Они тебе не пристанут. Ты просто не понимаешь, главное спрашиваешь даже людей. Пишу. Даже не ленюсь, каждого пишу, вот он мне плюсует. Блять, вот есть нормальные пуги, какой там вот этот ДК Мататай говорит, третий раз или четвертый с нами ходит. Вот нормальный челик, он даже в Диси может что-то сказать. В Диси и собираюсь дальше ходить. Хороший рейд. Оптимально получается. Еще вступать нам в гильдию. Перспективный танк. Я маленький пока. Ну, подрастешь. Там на канал, подписывайся на ютубе. Лайки. Подписчиков накручиваешь, да? Ты какой накручиваешь? У меня там с циркуля подписчиков 80. А когда на Сирус пришел, тут, ну, добавлялось немножко, но не сказать, что их там много. Может, какие-то так левые есть. Сколько там у тебя вообще подписчиков? Что-то 119 сейчас. Я не рекламлю ничего, просто, ну, типа, в рейде иногда скажу, там, вот, там, посмотрите канал. А бычка вот. Чё, да, конечно, бычка. Чё, я потанкую тогда? Да, конечно. Если заберешь, короче, босс. Танкуешь. Тебе, кстати, проблематично будет набрать агро, если ты его с пула не наберешь. А у меня талант есть, мне похуй. Какой талант? Таун. С помощью кровавой ярости это себе роги могу нахуярить. Талант вагона. Так это на одну вещь казни, блядь, ты чё? Я к тому, что вот, допустим, если без таунта босса, допустим, груля пойдет алоэ танчить, он может с пула набрать больше агра. Ну давай сейчас проверим, ради интереса просто. Ну давай, чисто прикольно будет. На груль там может послакать, сакру на редки. Я сегодня что-то приперло, потанчить. Тебе надо идти выше, потому что на... как он называется? Тебе пистон надо выбить, и тебе надо робота танчить, потому что там очень много вар решает. Вот этой фигней вмешательства. Плюс он агронабор, ну... Из всех танков такого агронабора ни у кого нет. Потому что там идет стабильно дамаг от знака весь бой. И стабильно рага идет. И ты можешь набирать агро. Ну, ни один танк так не может агро набирать. Ни Мишка, ни этот. То есть у них ну, ниже. Ну так я по Омену смотрел, мы там менялись постоянно. Вы менялись. С тобой. А чтоб меняться, помогают сальвы, помогают напулы и помогает. Нет, я имею в виду, танчит Кават с пула. И мы вот с тобой там. 2-3, 2-3, 3-2, вот так. Я к тому, что чтобы без напулов, без сальвы и без вмешательства вара, там вообще вряд ли возможно было бы меняться чисто на агронаборе. Только если было бы 4 протовара, вот тогда вары да. Вары покрачите на кулачок пропал. Так у нас пауль в ноу.
тот, по-моему. Ну там листотика может бахнуть кулачок. Могу сейчас бахнуть, тогда не будет. Паладина на аэро, все, в ДД можем прыгать, да? В ДД или хил у него там? Хилов и так перебора лучше в ДД. Ну там есть пики. Не многовато танков. Нормально, это... Какой из танков два моба танчит? Короче, как... на кого бог пошлет? Просто чек на пул дает. Мои справа. Давай, я слева возьму, кого перед. Держу, наверное. Так похер, короче, пуляйте. Первого блока убьем. Так пост забил. Только дотки навешиваю, уже вздыхает моб, блядь. Хочу кеглера убить, короче, чтобы не откинул. А у тебя бабл на этом, на паладине, кроме хила, какой второй спик? У тебя два хапала тоже имеет место быть? Резкий свич, минус бич. Резкий свич. Бля, на этом вихре пиздец, этот агр, бля, поднимается, аж стоп нахуй. Не видел станов пока. Там запоминайте, если шмотки кому-то надо, потом скажете. Это, наверное, в таком рейде можно Т4 на дисс. Не покажете, после трёша сразу босса будем пулить, потому что у меня стаки спадают. Мы сразу к последнему подходим, трёшу, там готовьте сразу заходить. Хочешь ворваться с казнью, да, с 10 стаками сразу, такой крутой, типа. Сотка ярости, там 2000 дашь по-любому. Ну заходим тогда сюда, в ворота, да и все. Сейчас ради теста посмотрим. Не, он не заберет. Сюда заходите, к мобам вместе. Мобая, стонтите хоть. Заходите в комнату сразу. Я понял. Где все зашли? И там никак не обогнать уже. Раз эту салю на тебе имянуть. И поражу вмешательство. Боб. И 10 напулов на алоэ, бля.
Вот у меня он не бьет, руник не работает. Тоже. Сразу агроном. Кого? Почему я только я, а не... Пачи еще что-то знакомый. Меня быстрее бабу, по-моему, догонят, нежели, блядь, ДК нахуй. Конечно, не ДПС, пожалуйста, мне скажи фигня. У тебя 33 тысячи, у того уроки 36. Короче, хуйня в вашем ДК, блять, вары топ. Я тоже радовался, когда ты 5 сама. Шатра отлетим на это, как он называется-то? Магик. Пять плюсиков на кубы. Даю плюс 5 к рулу на маунта и на Т4. Ничего ты сотрича написал, челик. Плюс на кую. Это сколько тогда к рулу плюс будет? Тогда плюс 10. Так, блин. Бибу. Алоэ и кексик. На 8 получается редвар будет. Ну, с паком у меня будет проблема, так что придется вам напуливать. Там в танке будет. Плюс есть войско, две штуки. Плюс у тебя ударная волна на элемах. Плюс моста, он тоже когда элемов. Если они вообще появятся. Да. Мне кажется, роги там за два вихря все сулит. У меня нет ударной волны. А это хуёво. Нахуй она нужна? Она беспонтовая. Ну. Крофт контроль никто не отменял. Бля, я потерялся, куда лететь? Рисовка хуевая, чешуа. Или туманность какая-то, блядь. Ну чё, прорисовка, дальность прорисовки хуевая. Надо было им, короче, бонус от двух кусков. Алло, делать бля. На вихрь, а на эту ударную волну. Хули не в школе, сука. Угадайте, кто. Каникулы. Это подписчики твои, блядь. Бешеные подписчики. Ну, школьник вышел один. Школьник вышел на охоту. Куда донатить? Куда донатить? На лечение. На Т5, на Вара. Канал называется Слава Орлов. Нажимай поддержи. Слава Украине. Ха-ха-ха.
Так, ну один сумон кинул. А чё сегодня вечером куда это? Куда-нибудь. Где этот, блядь, вагабонд? Нулевый паладин, который... Нулевый? Здравствуй, Женечка. Привет, ты Марин. Ты знаешь, как я за вагабондика там? Если я за меня, блядь. Чуть не кикнул тебя с рейда. Полиночка. Что такое? Ты же меня любишь больше, чем вагабонда. Ну это как сказать. Чё, блядь, трэш? О, прыжок про товара. Это война уже в полтора года длится, да? Кто кого больше любит? Смотри, пацана просто, блядь, опустили по ПРу. Я всегда говорю, он у меня любимый половин один. Вот это так, так задумано. Ну ты же меня все равно любишь тоже. Ну конечно. Ну вот. Еще вот этому товарищу срез сделайте. Чисто, блядь. 90%. Мне вот ГП срежется там за наручи мои. Не, срезали? ЕП срежем. Бля, ЕП не надо трогать. Минус 100 ЕП, да. Ты забыл? Я мать Терезу, я всех люблю. Так. Чё-то мы бы не... Выкрутилась. Да, голос как будто изменился. Чуть-чуть. А, микро другое. Когда ты 5 выбиваешь, всегда голос меняется. А чё, да, ты 5 выбила? Да, на паладина нет, конечно. На НХ. Так рухлит. На НХ, скажи. И борода сразу расти начинает. Да, 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 на жопе. Оу, блин. Борода у меня. А почему будет на жопе, блядь? Не знаю. Обычная есть. А где еще она растет? Где-нибудь еще. Под мышкой. Борода под мышкой. Ну. Я сейчас запошлю, ну ладно, я не стану. Еще кое-где, да? Блин. Пошлое. Нет, да почему, есть нормальное слово пах. Ну ладно. Пах. Пах. Ну это там уже когда ты 6 выбиваешь, там начинает расти. Так, надо это метоньки поставить. Ну вот, короче, поставлю так. Вообще волосы по всему телу просто есть больше и меньше. Так. Просто есть микроскопические волосы еще, которые мы не видим. Полин, а где больше всего растут? Ты офигел? На ноге, скажи, на ноге, на пятках. Как у хоббита. Ладно, я шучу, Полин. У меня волосы до жопы. Длинные, у меня длинные волосы. Дежунуэн, чек на ФК. Длинные волосы — это красиво. Особенно если они красивые. А МКВС зачитается, что он там будет стоять, а он бежит. Блять, молчит с МКВС-ом ебучим, блять. Ты что, падла? Кому нахуй твой квест, блять, уперся вообще? Сейчас мультипы сидишь. Нет, тут правда теперь только мидекса не хватает. Пока охота. Да-да-да-да-да, мидекса прям... Ебать, мы псины бы разорвали тут сейчас, брат. Ага, разорвал. Ну, блядь, дискорд от того, что с мутом сидишь. Это, чек на... Жуме. Ты пиздец, короче, мут дали. Короче, фуляй. Я не давал. Да я дал. А, хорош. Ванилька в Пугарейде, все могут снимать с себя мут. Смотри, солидарность. Ты мне сказал, блядь, я пускай себе. Старичек солидарность. Бля, коник, брат, лучше. Че там до запуска босса? 3 минуты, да? Ну ладно. Можно. А ты че, типа, я так каждому тоже могу мод дать, по идее, получается. Да не. Угореть. Не всем. Ну ты же не станешь, ты же хороший. Бил, блядь, нахуй с ним заниматься. Ищи вагабонда. Я не знаю, где он. У меня вообще рабочий день, как бы, блядь. А, ты не в игре даже? Нет. Так иди нахуй, работай, блядь, что ты тут пиздишь, блядь? Ну, у меня обед сейчас, так что я могу попиздеть чуть-чуть. Так ты чё, уже всё съел, хочешь сказать? Да. Тебе сказать, что я кушал? Ну, давай, рассказывай. Мне скажи, давай.
Блять, макарошки с мясом. Картошечка вкусно. С чем? С котлетами? Макарошки, блять, глухая ты, сука, тетеря, блядь. С пюре. С котлетами, да? Так, макарошки с мясом. Ну, на чаёк там чего. Чаёк, да, и казинак съел. Ага. Казинак, о, нормальненько. А в каком количестве все это съел? Надо уточнить, сколько примерно грамм? Да. Я просто... У нас на работе была девочка, она реально просто... Я не знаю, как вам это описать, но там, наверное, 2 литра еды, и она это за раз съедала, она такая толстая-толстая была. Ну, бля, если рассказывай, это страшная история. Да, ты понимаешь, когда она садилась есть, я как бы, ну, как человек, она хорошая, но когда она садилась есть, я заканчивала плохой. Есть. Я собирала вещи и уходила, потому что... Ты боялась, что она тебя съест? Наверное, да. Косточки будут. Чё, сейчас надо не заслакать на кубах, там, давайте, внимательно. Подожди. Там, не знаю, тазы целые были, я хрен знаю, да, как выкину, это заразно. Приста выкинула. Так, на звездочку встану. Давай, алоэ, все, давай. Я бегу на звезду. Че там до кубов? Таймера не вижу. Ну, стою на звезде, короче. При звездочке. 15 секунд. 15 секунд. Сколько там до звезды? Я у него в чаесе, поэтому будем... Ну, понял. 8 секунд. 7, 6, 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Пул. Нет, только... Ванилька, разберись, пожалуйста, он меня в ЧС добавил. За что-то он не помнит. Ну, честно, спросили за что, а за что-то там, но я так и не услышал. Чё, без Геры, бля? Да, давайте Геру чё. Вторые кубы, надеюсь, будут там после этого. По домашку уже помогло. Как он называется? Ты после второго откидывал. Пиздец, вы хилите. Мне столько урона не прилетает, сколько вы хилите. Хилите сильнее, Р2 посажу. Вдруг тебя резко ударит. Оверхил. Да. А, да-да, он меня не слышит. Забей. Тут только один хил. Возложение хуярь, на всякий случай на него. Сакру, и... диван. Кубы 5 секунд. После откидывания готовьтесь. Стан. Сейчас откидывание будет, наверное. Сейчас немножко чуть погодя. Чё, возгласов не будет, о боже, я забыл взять квест, не? Я квест не взял, сука, на этого, на друида. На ДК взял, на друида не взял, ебать. Придется грубаги гер собирать. Серьезно ты это? Да я шучу. Я как бы пошутил. Короче, прожимаем сейчас нолями, о, прожимаем. Бля, успел. Кому не нужен шмот, спасибо за рейд. Кому нужен шмот, остаемся, там Т4, там маунт, наверное, выпал, да? Маунт нет. Сука. А выбор ушел уже куда-то? Нет, пока. Будет хочешь... фрирол, если что, да? Да. Хочешь покупать, я заанролю. Не хочу. Хочу паролить. Тем более, видишь, как конкуренты отваливаются быстро. Сумка. А тут он не надо никому, это обоссанная хрень. Тут нормальные маги дают порталы, я прожимаю в этот момент камень и ливаю из пати. Ну что за че? Так, голова, жена, что тебе? Не, в этом рейде тебе не повезло, в этом рейде у меня ДКшник умеет распылять, так что, все. Голова мгновенная. У меня вар не распыляет, нельзя тебе голову передать. Генератор роли. Уничижитель. Так, получается, уничижающий жезл. Надо кому-то. Все, всем спасибо. Тоже отдам уничижителю, короче, на всякий случай. Пал, рога, шаман. Грудак. Я понял. Распыляем, да?
Так, теперь ставлю звездочку. Штаны вар приз друид. Так, мгновенная. Тебе надо точно или присту отдать? Присту. О, у меня. У меня плюс на поводение гаца, гаца меня. Как это возможно? Два раза ролл 7. Просто, блядь, цифра в цифру. Плечи хант, кто там, маг, декалог. У меня как-то три раза подряд был ролл 100. Никогда плечи не забуду. Да? А, на себе открою. На ФДК, на кого. Что там, на ДЦ больше ничего не было, да? Так, а что тебя интересует? Так какие-нибудь... Ну, я так понял, там только нагрудник упал, но нагрудник мне не нужен. Перчик, ритхаст. Нет, сет мне не нужен. Мне нужен что-то кроме сета. Да, не знаю, сейчас посмотрим, с вагой порешаем. Выбор, что надо кому-то, кто тут остался? Кому-то да, дальше. Мототаю. Давай. Только я вдал уже портанулся, вот. Так, а из остального шмота ничего никому не надо, сейчас я портанусь. Шея на кастера. Так, есть. Кроме Экселон кому-то надо еще шея на кастера? Все ему отдаю, короче. Так, вроде все. А че, еще кто-то никаких шмоток себе не припомнил? Ну все, сейчас я тебе протонусь выбор дам. Мне нужен щит танковский, мне нужно где-то его достать. И щита нет пока. Да. Меня очень чё-то плохо. Че-то мы быстро закрыли, блядь, все за час. Это так и должно быть. Как всё обычно. Попросить. Сегодня даже быстрее. Надо вообще, было растянуть. По стандарту время. Оно так, а ну, плюс-минус там, 10 минут. Саша, привет. Час 20 это уже долго считается. Так, я в этом самом. Как вы, Саша? Сейчас тебе передам. Ты, привет, япончик. Здорово. А где ты? Я не вижу тебя. Какой, а говорит, какой портала. Здесь, Саша? Я, по-моему, Сашу только называла как раз-таки адмирала и тебя вроде по имени Саш не было. Большое спасибо. Ага. Спасибо за рейд, как обычно, отлично. Все, до следующих рейдов. Пользуйтесь да, нашими на следующей неделе. Авиалиниями. Приходите.